Караганда. Ну, вот это место называется Пятак. Вот здесь техника с этой стороны. Вот там, а вот там вот, вот работяги. Ну, здесь дом построили. Вот это все меняется. Складская. 8/2 там написано. Ну, вот тут такой дом. Это место называется Пятак. Здесь можно нанять технику, людей там и всякие работы. На улице складской и находится это под мостом. Вот там мост.